Монтаж ровного потолка с кольцевыми светильниками. Это не скрытый свет, а именно светильники, потому что были сделаны кольцевые ниши шириной 5 см и разного диаметра. В эти ниши установлена мощная подсветка, и снизу все это закрыто белым оргстеклом. Такие светильники бывают в продаже, но конкретно эти сделаны вручную. Сам по себе монтаж такого потолка особой трудности не представляет, поэтому дальше посмотрим, как это было собрано.